Привет, друзья! Сегодня отличный день, весеннее равноденствие. И я пишу это видео для того, чтобы передать счастье, состояние любви и гармонии. Я решил записывать видео. По сути, это можно делать даже каждый день для того, чтобы передавать какие-то знания или состояния каждому, кому это интересно, кто настроен на ту же волну. И это будет давать возможность к гармонизации, к объединению. Таким образом, мы вместе будем создавать пространство любви, в котором каждый будет улучшаться и каждый будет гармонизироваться. И это пространство будет расширяться и расширяться по всей планете и в других, скажем, измерениях, другие существа тоже будут подхватывать это. Потому что это состояние связи с источником. И это состояние гармонизирует нас и улучшает, дает возможность нам проявиться в игре, проявить свои истинные намерения, цели. И вот это вот в этом состоянии действия дают возможность к полному проявлению, к полной гармонизации. Поэтому мы создаем пространство любви, и в этом пространстве мы убираем все заряды, все преграды, которые мешают проявиться и которые мешают состоянию любви. Я вас приглашаю создавать вместе пространство любви и счастья.